Так, разбираем. Ну, это уже мы купили на завтра. Ну, плюс крупы набрали. Кускус. Это Вика взяла. Лен. Лен. Филейку взяла. Гречку приготовлю в мультиварке. Но это уже завтра. Сыр. Что тут у нас еще у меня было в этом? Ничего больше. Так, девочки, сумочки складываем. А? Ты уже переоделась? Я так ходила на улицу. А, ты просто куртку одела. Яблочки. Яблочки красивые, капец. И пахучие, красивые. Здесь мандаринки, картошечка. Назар на меня обиделся, я ему шоколадку забыла купить. Что у нас здесь еще? Крылышки хочу приготовить тоже. Грибы, это в гречку. Тихо, тихо. Макароны. У нас крупы позаканчивались. Так, это Викины. Нет, клипцы. Еще пачка есть. Вы меня надурили. Кого? Еще целая пачка клипцов. А, да? Ага. Я знаю, что нет. Да ладно, что лишние будут. Я думала, закончились, если честно. Так, взяла еще вот такие мочалочки. Пока мыла, в общем. Есть еще пачка, Влада. Пачка еще хлебцов. Так, это Вика йогурт этот без сахара взяла. Гречка. Гречка возле селедки. Теперь пахнет селедкой. Лежала, блин. Взяла селедочку. Завтра сварю мундирочку. Селедочку с мундирочкой. И сухие бананчики. Вот такие у нас продуктики. Слушай, а в корзине как-то было больше всего, не? Мне показалось? Она просто была в куче. Угу. Давай, я тоже. Девчули тут шуршат себе завтраки, готовят уже настаиваться. Ну, ну Лада подтанцовывает, ладно, ты сама. Ой, прямо уж могла бы и промолчать, и типа вдвоем готовили. Ну, залила йогуртом, а что ты залила? Семена? Че? А, эти... А клён, а, ой, клён, клён и клён тоже. Там, где клён, шумит, любви с тобой. Сегодня девочки целый день, кстати. Ну как целый день? Влады не было целый день. Она помогла нам поубирать и чухнула быстро. Вот, но... Потом вернулась, Вика ее вернула в семью. Не то хочу сказать. Короче, девки чудят. Что, невкусный сыр? А, так нюхаешь. И мне дай попробовать. И они вот это вот, какое слово не скажешь, они начинают песню петь сразу. Под, ну, на любую тему. Любое слово. Вот какое, скажем, слово, блин? Какое вам сказать слово? Мама. Пусть мама услышит. Ой, выйдет. Пусть мама меня непременно найдет. И так не бывает на свете, что были потеряны дети. Мои бусинки. Так, может, вам еще что-нибудь? Мама. Да ты ж мне не казала. Самая лучшая мама... Не, не так. Мама, ты мене вибачила. Я став дорослою. Угу. І вже минула 43-я осінь. Як я побачив перший раз свій день. Мама, хороша пісня. А може я до тебе завтра приїду? Утрудним вам задачу. Это мы спели мам на русском, на украинском, а теперь на английском. Девочки, а ну быстренько. О, мами, да, да. Это не английский, да? Да, Queen есть песня. Мама. Да, что-то, что-то есть. Да, 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 блин, классно.
6. Carry on. О, да-да. Carry on. Мама, кому ж мы молилися? Ого, так, короче, много. Ладно, легкая, действительно, сильно. Кастрюля. Оп. Ладно, это чушь. Ой, ждем, короче, вот так мы папу ждем, ждем нашего котица. С кастрюлей? Например, попроще. То, что ты типа можешь знать такую типа песню, что вот у тебя там есть в голове слово, которое... Да ты понимаешь, оно вышибает что-то сразу. Попугай. Оп. А вот это такое. Да. Да, ее я и вспомнила. И зеленый попугай. Желтый. Прошу. Зеленый попугай. Класс, молодцы, давай, девочки. Сейчас. Еще что-то? Да. Вот это за три. Блин, так сложно. Папа. Не, наверное, тоже легкая сильно, да? Ладно, папа на всех языках. Ну, в смысле, английский, русский, украинский. Оп, вот. Я нашла. Папа может все, что угодно, только мамой не может быть. Да, так, украинский. На украинском я даже тоже я не знаю. Це или тато, или батько? Тато, да, або батько. Я знаю, що я не сказала. Каждый Новый год я мечтаю об одном. Купить маме новый дом, подарить отцу авто. Каждый год. А вот это, которое ты делала отцу на день рождения? А, точно. Я не помню. Ага, я что-то... Папа и там... Отцом называли... А я его называю папой. Не, папой. Папой, да. Кто-то отцом называет, а я называю папой. Вот, а припев там есть? Там, кажется, нет. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Там нету, чтобы не мешать. Эти облака фиолетовые, вот. Это пушки. Ой, в общем, вот так мы развлекаемся. Все, ждем Серика. Что у соседей какой-то бульбан. А, да? Мы поем. Я захожу, а акустика аж в подъезде. Красиво? Непонятно, но когда зашел домой, то красиво. Да, мы, папа, тебя с песнями встречали. Девочки еще и танцуют. Да, были тут и танцы были, все было, но уже все закончилось, девчоночки устали уже. Блин, опоздал. У нас, как всегда, 12 часов ночи, но сейчас 11:30, у нас колбасня начинается, понимаешь? Папа, мы знаешь, как играем? Например, говоришь слово, а девчонки быстро песню с этим словом поют. Город зеленого цвета. Оп. Я говорила, папа придет, точно придумает. Бо я уже была в... Руки твои. Точно. Ручка, да. Город зеленого цвета. Ты планеты. Еще, папа, слово. Пистолет. Глаза. Ой, не, а что так? Ты ж песню какую-то себе в голове думаешь. Подарите мне любую черный пистолет. Черный пистолет. А черный бумер. Пули свистят, у меня не пистолет. Как? Капули свистят по стене. Это темная ночь. Капули свистят. Черный пистолет. Черный пистолет. А мне по поводу пистолета это Высоцкого. Где мой черный пистолет? На большом колесе. Боже, я и не знаю. Мне 16 лет. На большом колесе. Высоцкий это, да. Это... А ко мне когда-то бомж подошел. И что?
И пел песню? Просто я так иногда вспоминаю. И что-то ко мне подходит, но не совсем бомж, но бомжеватый. И он подходит ко мне. А интерпретировать что-то можно? Не перебивай. Извините. Не перебивай, когда я мечтаю. Ну, невозможно в этой семье. А мне, кстати, сегодня писали в комментариях, что Лариса, у вас такая привычка перебивать уже не первый раз. Я прямо написала очень согласна, потому что вся семья со мной борется с этим. И я работаю. А я смотрю, у меня все такие. Ручка! Ручка водки на столе. Ручка Вовки на столе. Вовки. Ну, да что там с тем мужиком? Да расскажи. Приходит он и говорит, такая красивая девушка. И что-то, ну, скучает. И он говорит, а парень, у вас сессию? Или нет, нету. Он такой стоит, где мои 16 лет? Ох, да, это любимая фраза уже взрослых мужчин. Когда... А у меня еще нет? Нет. А сколько вам надо? Я 18? Такого... 18 уже. Сколько тебе надо? Боже, папа зашел домой, улыбается такой. Где-то мы встретили атмосферненько, да, папа? Ну, конечно, оно же передается. Вот представляешь, я захожу такой с баяном, с гармошкой, а тут все такие. Я последний целый день из-за тебя расстраиваюсь, потому что мне было грустно, что ты столько работаешь и устаешь. Ну извините, ай, я бусинка, да, она мне сегодня говорила, мам, мне что-то так папу жалко. Я сказала, что больше шабашек не разрешу тебе брать. А то я буду спрашивать. Мама, когда оно идет, то оно идет. Надо брать и делать. Ну, а нам папа больной не нужен потом. Ну, выкинете. Всех денег не раз... Ну, при чем здесь? Всех денег не заработаешь, Сереж. Всех денег не заработаешь. Всех. А здоровье важнее все-таки. Ты же уже не молодой мальчик у нас. А какой? Ой, мой, ты мой мальчик, молодухин ты мой. Ой, вот это у нас сегодня дуреем. Ладно, ребятки, все. Я, наверное, это, у меня два влога будет сегодня. Все. Мы дуреем, и вы сдурели. Два влога. Мы доубирали, ты хоть заметила вообще сегодня? Девочки, да, вчера мои... чистенько было, сегодня чистенько было. Девочки мои умнички, Лика, мы сегодня полы помыли. Противогаз сняла, да? Да, мы сегодня с девочками полы. Ты кому рассказываешь? Это папе рассказываю. Я уже не знаю, что я рассказываю, кому рассказываю. В общем, такой у нас сегодня день. Макеевке привет. Да. Родственникам всем привет, подписчикам всем привет, Россия привет, Украина привет, всем привет. Казахстан привет. Украина, пожалуйста. У нас трудом продолжается. В общем, все, ребятки. Всем пока. Буду угоманивать эту свою семейку, шайку. Шайку. Эту шайку ненормальную. Все, все. А Назар у нас, кстати, весь в играх. Вы заметили? У него так мало времени на игры. Все, всех люблю, целую. Надеюсь, вам было с нами весело. На финиш. Камеру вырубай. Здесь видеосъемка запрещена. У нас еще не конец.